обитель приветствует вас. Сегодня мы с Колей пришли вот сюда на озеро. Он вчера ходил, поставил тут мордушку. И сегодня он хочет мне показать, что он тут зарыбачил. Мы за лето раза 3-4 ловим гальянов, потому что он любит их жареных. Не так он любит гальянов, как ротано. И карасей. Но вот сейчас время, когда ловятся гальяны, ротаны попозже. Ну давай иди, где она у тебя? Вот, смотри. Опа, недалеко закинул? Ну давай, тащи. Тащи. Тащи вот сюда. В тенек. О, давай. Ух ты, что-то есть, Коля. Что-то есть там. Сейчас что ты, проволокой заворачиваешь? Проволокой завязал. Сейчас развяжу. Ну-ка. Да я вот провязываю. А, вот тут как. Снимаем. Ну вытряхи вот на ровное место, чтобы вот сюда вот, давай, чтобы умок нам посмотреть. О, ух ты, хорошие гальяны. Ну жирные. Да, хорошенькие есть. Это приманка. Да, больших выбирай. Где у тебя мешочек? Я вот пакетик. Да. Ну посмотрим, что. Ну вот, хорошие. Жирненькие есть гальяны. Какой? О, это... вот хороший. О, какой. Ну, а мелких выкинем. Больших бери на жарёк себе. Бабулька ему сейчас пожарит. И он свежих поест. Опа. Туда водички можешь набрать. Угу. Потом. Тебе поможет. Опа. А этих мелких можешь выкинуть. Выкидывай. Варина, бери сразу. Вот доволен рыбак. Вот на это озеро мы с ним ходим. С самых ранних лет я его сюда вожу. Это близко. И тут он уже. Вон черный мешок. Угу. А, это закрутишь ты. Что, ставить будем еще, Коля? Да, давай поставим. Ну, ясно. Проволоку не потеряли? Так торопились. Ну, сейчас пойдем, вот она. Вот она. Ой, вокруг. Все. Вокруг. Вот так делается вокруг. Целлофан мы. Крышку не сделали. Туже. Потуже. О. Ну и все. Иди кидай. Далеко шибко не надо. Они сейчас к теплу. В теплую воду лезу. Смотри, не запутайся. Ну что, каналу передавай привет. Передаю всем привет. Всем успехов, удачи, благополучия, здоровья. Гармонии. Гармонии самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.